Ну вот наш пресловутый замок. Сложный такой, да? Зато симпатичный. А это седловина для брусов, которые вот так идут и вот так. Ну вот, спустя пару дней немножко работы тут наделалось. Опять заход с этой стороны. Тут все мы видели, помнили. Опа! И вот так вот. Смотрим здесь. Вот так. Вон там наш замок. Все стоит на растяжках. Пока держится, потому что верхней балки нету. Видим, да? На торцевой стороне и на переднем пролете. Вот наш замок, о котором мы как-то уже говорили. Вот передняя сторона здесь набрана реденьким. Только три дощечки снизу прикрывают, будет там скамеечку. Здесь уже почаще. Значит, здесь фаски у нас не сняты. На ольхе фаски сняты, чтобы было так же, как и здесь. Значит, прошел у нас дождик, понабухала наша история. Вот здесь вот появился вот перепад, но здесь в плоскости. И также ольха с елкой себя повели немножко по-разному. Видите, елку подняла, подклинила. И еще один момент. Здесь зазор у нас есть, он исчезает и обратно появляется. Вот так вот раздуло ольху. Вот на что, в принципе, можно было бы обращать внимание. Но так в целом наше строение вырисовывается. Сейчас вам еще со стороны оттуда покажу. Немножко выскочило с головы. Дом, планкин, красиво, делали мы. Вот, видите? И вот здесь на два замка, обратите внимание, будет имитация на ус. Опоры крепкие, вот такая имитация будет. Здесь ольха, она, конечно, выдается, но ольха, потому что она не смолистая порода. Я думаю, вы все понимаете, вам об этом объяснять не надо. Ну, пока-пока. Обратно сбитый наш маршрут. Завели машинку, греем ее. И пока идем, видите, вот здесь уже вырисовывается уголочек. Небольшое изменение. Вырвали брусочек, паз закроем. Здесь все закроет задняя сменка барбекю зоны. Сейчас посмотрим с этой стороны. Вот, смотрится все вот так. Завтра тут горизонталь положим и здесь положим. А на следующей неделе здесь. И накроем крышу. Вот, эта сторона у нас, как-то вам так показать, ну, наверное, вот так, да? Пресловутый наш замок. Посмотрим, что у нас с ним выйдет. Еще, конечно, мингуемся немножко, получится, али нет. Ну и то же самое у нас здесь, напомнимся, да? Ну, такое масштабное такое место. Вот, скоро будет продолжение.